Всем привет! Сегодня вот будет у нас батат, сладкий картофель, но я его буду просто запекать в фольге, но потом будет самое волшебное и самое, которое вы вообще никогда не ожидали и не знали. Вот, его ничего, только батат, его фольгу. Вот. Швом вверх, чтобы немножко он испарялся. Тут не надо делать так, чтобы герметично. Вот. И вот это вот в духовочку. Я делаю турбо 180 градусов, где-то около, ну, наверное, минут 40. Он запекается, потом вынимаю, и дальше я вам покажу, что будет. Все, начинайте смотреть. Рецепт под видео, как всегда. Так, наблюдайте. Итак, продолжение следует. Вот мы вытащили из духовки горящий, горячущий батат. Вот он, пар идет с него, там он сок такой. Вот он. Его аккуратненько кладем в тарелочку. Вот. Все, вот он запеченный. Красавчик. И теперь делаем вот так. Ух, какая прелесть. Вот он. Вот он. Настоящий батат. Теперь делаем разрез. Делаем разрез. Желательно шкурку, чтобы не повредить. Вот так. Вот. Вот. Берем маслица. Немножко, вот он. И вовнутрь. Он горячий, сейчас масло растает буквально секунда. Вот. Вот. Масло растаяло. Красота. И вот. Я специально взял мед авокадо. Он темный, аж черный такой. Ну, чтобы подчеркнуть, что это все-таки ближний Восток. Что это вот. И берешь ложечку меда. И вовнутрь, вот так. Вот, вот, вот. Вот такое. Вот он. И еще одну ложечку меда. Вот. Батат так сладкий, но с медом... Это уже десерт. Это не десерт, это супер десерт. Это мороженое, пирожное и... Все остальные сладости вместе взятые. Вот. Теперь ложечку далеко не кладете. Вот вам такое. И теперь берете вот эту ложечкой и вот так смешиваете масло, мед. Вот. Внутри здесь же. Вот так делаете такой наслаждение вкуса. Вот. И чтобы доказать, что это вообще-то вкусная вещь. Вот. Вот она. Я все буду пробовать. Все это ради вас, ради зрителей. Нет, это что-то, это с чем-то, и это божественно. И это вот, чтобы у вас был Новый год, следующий год тоже. Сладкий. Сладкий. Вкусный, а главное здоровый. Здоровый. И как это батат. Желаю вам здоровья, удачи в следующем году.
И будьте здоровы. Подписывайтесь, смотрите нас, подписывайтесь. Приятного аппетита. Приятного аппетита.